Всем привет, с вами Грин. Мы находимся на студии Грин Продакшн. Сегодня у нас на тесте британский ламповый микрофон Santronics Mercury. В качестве референса мы выбрали австралийский ламповый микрофон Rode Classic 2. Приступаем к прослушиванию. Is it true? Is it our? Did I throw it away? Was it you? Did you tell me you would never leave me this way? Is it true? Is it our? Did I throw it away? Was it you? Did you tell me you would never leave me this way? Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю. Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю. Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю. Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю. Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю. Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю. Мы послушали, как звучат эти микрофоны на разных инструментах и на разных голосах. Выводы делайте сами, для каких задач какой микрофон подходит лучше. Оставляйте свои выводы в комментариях. Спасибо магазину Prodigy за предоставленные микрофоны. Хотите больше тестов? Больше сравнений? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Грин. Пока!